ты, Жан-Пьер? Где? Господи, могла бы кого-нибудь посимпатичнее выбрать. Знаешь, Эм, я не сомневаюсь, что он прекрасный пианист и все такое, но я так не могу. Неужели? Да, я лучше кино посмотрю, вернусь в квартиру, а потом, наверное, возьму билет на первый же поезд. Тебе незачем уезжать. Есть зачем. Прости, Декс. Ладно. Нормально. Иди. Подставь, Кристин, я тебя убью. Я обещаю. Клянешься? Да, я клянусь. Да.